В Эжинском районе Сыктывкара поезд протаранил легковой автомобиль. В 2 часа ночи девушка за рулем белой иномарки хотела переехать ЖД пути на красный свет семафора. В это время слева шел товарный состав. Машинист начал экстренно тормозить, но столкновение избежать не удалось. Женщину госпитализировали, она до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии. Что заставило ее выехать перед тепловозом, пока непонятно. В этом году автоледи 16 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил. В момент столкновения она не была пристегнута ремнем безопасности.